Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. А сегодняшнее видео я хочу для вас провести онлайн-практику на встречу суженого, на встречу любви, либо на улучшение отношений, если вы, предположим, не можете наладить отношения со своей второй половинкой. Меня очень многие просили сделать практику на любовь, вот как я обещала, мы с вами сейчас будем проводить. Это достаточно сильный метод. Он хоть и легкий в исполнении, но он очень сильный, старинный, который помогает именно либо встретить человека, если вы, предположим, очень долго находитесь одни, и вы никак не можете встретить человека, либо наоборот, все ваши попытки безуспешны, либо вы находитесь в отношениях, но у вас никак не налаживаются. То есть вы никак не можете найти контакт между собой и, соответственно, чтобы можно было нормально жить. И, соответственно, чтобы была гармония в доме. Вот для этого будет проводиться практика. Эту практику могут смотреть как женщины, так и мужчины. То есть здесь разницы нет никакой абсолютно. Так, что вам нужно будет делать? Все достаточно просто. Я буду читать заговор, соответственно, где я буду говорить имя, значит, вы должны проговаривать свое имя, именно свое. Далее, если вы одиноки, если вы долго не можете встретить человека, предположим, то вы должны в момент, когда я буду читать заговор, представлять именно то, как в скором времени вы встретите свою любовь. Если, предположим, вы находитесь в отношениях, но никак ваши отношения не налаживаются, соответственно, вы должны представлять образ этого человека и также должны представлять, как ваши отношения налаживаются. А также, если, предположим, вы только встречаетесь, но хотите быть с этим человеком, но знаете, как не ладится, то, соответственно, также вы должны представлять образ этого человека. Значит, где я говорю имя, вы должны проговаривать свое имя. Дальше. Какие действия с вашей стороны? А когда я сейчас начну, вы должны в своей ладони вот так вот сделать вверх. То есть, когда будете смотреть видео, да, когда будете смотреть практику, вы должны ладони просто перед собой вот так вот держать открытыми. То есть, вы должны свои ладони вот так держать открытыми. Все, больше ничего от вас не требуется. Естественно, говорить имя и также сосредотачиваться либо на образе, либо просто на встрече любви. И держим вот так ладони открытыми. Я думаю, что вы подготовились, настроились, потому что настрой и вера в то, что обязательно все получится, это очень важно именно в проведении практики. Я надеюсь, что вы подготовились, настроились, и я думаю, что мы с вами можем начинать. Итак, держим ладони открытыми, сосредотачиваемся именно на практике, на том, как будет меняться ваша жизнь, как вы встретите любовь, как у вас налаживаются отношения, и мы с вами приступаем. Сосредотачиваемся только на том, как вы встречаете любовь, либо на своем избраннике, мы с вами приступаем. Яко раскрыты ладони. Так и сердце отворено. Дышит, внимает, слово молвит оно. А слово то любовное, нежное, ласковое. Слово то примешь без опаски ты. Слово то огонь, что воск пожирает. А душа твоя слышит доволю мою имя. Принимает. А воля моя имя. То приказ, указ, заверение. Воля моя, имя. Обнимая тебя, да за спиной бродит тенью. Воля моя, имя. Без устали за собой манит. Чувство освободится, когда воск до конца истает. Когда пламя погаснет, когда стихнет речь. Отправляйся ж ты в заговорную печь.
Да крути среди золы с добным ты калачом. Да подопри небо высокое крепким своим плечом. Да улыбнись мне имя. Алыми устами вместе мы, сказано то глазом над нами. Да запечатано жарким воском. Любишь меня имя. Легко-то да просто. Ключ то язык, заклинание замок. А свеча догорит, когда чувству настанет срок. Имя. Мы с вами продолжаем. Як и раскрыта ладони, так и сердце отворено. Дышит, внимает, слово молвит оно. А слово то любовное, нежное, ласковое. Слово то примешь, без опаски ты. Слово то огонь, что воск пожирает. А душа твоя слышит, да волю мою, имя. Принимает, а воля моя, имя. То приказ, указ, заверение, воля моя, имя. Обнимает тебя, да за спиной бродит тенью, воля моя, имя. Без устали за собой манит. Чувство освободится, когда воск до конца истает. Когда пламя погаснет, когда стихнет речь. Отправляйся ж ты в заговорную печь. Да крути среди золы с добным ты калачом. Да потабри небо высокое крепким своим плечом. Да улыбнись мне имя. Алыми устами вместе мы, сказано то глазом над нами. Да запечатано жарким воском. Любишь меня, имя. Легко-то да просто. Ключ-то язык, заклинание замок. А свеча догорит, когда чувству настанет срок. Имя. А мы продолжаем. Яко раскрыто ладони, так и сердце отворено. Дышит, внимает, слово молвит оно. А слово то любовное, нежное, ласковое. Слово то примешь без опаски ты. Слово то огонь, что воск пожирает. А душа твоя слышит, да волю мою, имя. Принимает, а воля моя, имя. То приказ, указ, заверение, воля моя, имя. Обнимает тебя, да за спиной бродит тенью, воля моя, имя. Без устали за собой манит. Чувство освободится, когда воск до конца истает. Когда пламя погаснет, когда стихнет речь. Отправляйся ж ты в заговорную печь. Да крути среди золы с добным ты калачом. Да подобри небо высокое крепким своим плечом. Да улыбнись мне, имя. Алыми устами вместе мы, сказано то глазом над нами. Да запечатано жарким воском. Любишь меня, имя. Легко-то да просто. Ключ-то язык, заклинание замок. А свеча догорит, когда чувству настанет срок. Имя. Смотрите, как огонь объединился в одно. Это говорит именно о том, что практика идет очень хорошо. Что ваши мольбы услышаны. А мы продолжаем. Яко раскрыты ладони, так и сердце отворено. Дышит, внимает, слово молвит оно. А слово то любовное, нежное, ласковое. Слово то примешь без опаски ты. Слово то огонь, что воск пожирает. А душа твоя слышит, да волю мою, имя. Принимает. А воля моя, имя. То приказ, указ, заверение. Воля моя, имя. Обнимает тебя, да за спиной бродит тенью. Воля моя, имя. Без устали за собой манит. Чувство освободится, когда воск до конца истает. Когда пламя погаснет, когда стихнет речь. Отправляйся ж ты в заговорную печь. Да крути среди золы с добным ты калачом. Да подобри небо высокое крепким своим плечом. Да улыбнись мне, имя. Алыми устами вместе мы, сказано то глазом над нами. Да запечатано жарким воском. Любишь меня, имя. Легко-то да просто. Ключ-то язык, заклинание замок.
А свеча догорит, когда чувству настанет срок. Имя. Сосредотачиваемся только на любви, на том, как вы встречаете любовь, на том, как вы налаживаете отношения, как вы счастливы от того, что с вами рядом есть тот человек, которого любите и который любит вас. А мы продолжаем. Яко раскрыто ладони, так и сердце отворено. Дышит и внимает, слово молвит оно. А слово-то любовное, нежное, ласковое. Слово-то примешь без опаски ты. Слово-то огонь, что воск пожирает. А душа твоя слышит, да волю мое имя принимает. А воля моя имя. То приказ, указ, заверение. Воля моя имя. Обнимая тебя, да за спиной бродит тенью. Воля моя, имя. Без устали за собой манит. Чувство освободится, когда воск до конца истает. Когда пламя погаснет, когда стихнет речь, отправляйся ж ты в заговорную печь. Да крути среди золы сдобным ты калачом, да подобри небо высокое крепким своим плечом. Да улыбнись мне алыми устами, вместе мы сказано то глазом над нами. Да запечатано жарким воском, любишь меня, имя. Легко-то да просто, ключ то язык, заклинание замок, а свеча догорит, когда чувству настанет срок, имя. Смотрите, как свечка горит в одной. Это говорит именно о том, что каждый, кто находится сейчас на практике, обязательно встретит свою судьбу, встретит свою любовь. Продолжаем держать ладони открытыми. Мы продолжаем. Яко раскрыты ладони, так и сердце отворено. Дышит и внимает, слово молвит оно. А слово-то любовное, нежное, ласковое. Слово-то примешь без опаски ты. Слово-то огонь, что воск пожирает, а душа твоя слышит, да волю мое имя принимает. А воля моя имя. То приказ, указ, заверение. Воля моя имя. Обнимаю тебя, да за спиной бродит тенью. Воля моя имя. Без устали за собой манит, чувство освободится, когда воск до конца истает. Когда пламя погаснет, когда стихнет речь, отправляйся ж ты в заговорную печь. Да крути среди золы сдобным ты калачом, да подобри небо высокое крепким своим плечом. Да улыбнись мне, имя, алыми устами, вместе мы, сказано-то глазом над нами. Да запечатано жарким воском, любишь меня, имя. Легко-то да просто. Ключ, что язык, заклинание замок. А свеча догорит, когда чувству настанет срок. Имя. А мы продолжаем. Яко раскрыты ладони, так и сердце отворено. Дышит, внимает, слово молвит оно. А слово-то любовное, нежное, ласковое. Слово-то примешь без опаски ты. Слово-то огонь, что воск пожирает. А душа твоя слышит, да волю мое имя принимает. А воля моя имя. То приказ, указ, заверение. Воля моя имя. Обнимаю тебя, да за спиной бродит тенью. Воля моя имя. Без устали за собой манит, чувство освободится, когда воск до конца истает. Когда пламя погаснет, когда стихнет речь, отправляйся ж ты в заговорную печь. Да крути среди золы сдобным ты калачом, да подобри небо высокое крепким своим плечом. Да улыбнись мне, имя, алыми устами, вместе мы, сказано-то глазом над нами. Да запечатано жарким воском, любишь меня, имя
Легко тогда просто. Ключ то язык, заклинание замок. А свеча догорит, когда чувству настанет срок. Имя. Посмотрите, если здесь видно, как образовалось, как нарост такой второй. Это говорит именно о том, что если видно вам, видите, образовалось нарост такой второй, как два человека рядом. Это говорит именно о том, что практика работает. И каждый, кто находится сейчас, обязательно встретит свою любовь. А тут сейчас очень хорошо видно. Думаем только о любви. Думаем именно о том, как вы встретили свою любовь. Если в отношениях, именно о том, как ваши отношения налаживаются. Смотрим только на огонь. А мы продолжаем. Як раскрыты ладони, так и сердце отворено. Дышит, внимает, слово молвит оно. А слово-то любовное, нежное, ласковое. Слово-то примешь без опаски ты. Слово-то огонь, что воск пожирает. А душа твоя слышит, да волю мою, имя. Принимает. А воля моя, имя. То приказ, указ, заверение. Воля моя, имя. Обнимаю тебя, да за спиной бродят тени. Воля моя, имя. Без устали за собой манит. Чувство освободится, когда воск до конца истает. Когда пламя погаснет, когда стихнет речь. Отправляйся ж ты в заговорную печь. Да крути среди золы сдобным ты калачом. Да потопри небо высокое крепким своим плечом. Да улыбнись мне, имя. Алыми устами. Вместе мы, сказано то голосом над нами. Да запечатано жарким воском. Любишь меня, имя. Легко там да просто. Ключ то язык, заклинание замок. А свеча догорит, когда чувству настанет срок. Имя. Очень хорошо сейчас у нас идет практика, очень хорошо горит. Видите, все в одно и как две половинки объединились. Была одна, видите, как две половинки объединились. Практика удалась. Думайте только именно о том, как вы встречаете любовь. Сосредотачиваемся только на любви. Не думаем больше ни о чем. Только о том, как в вашей жизни появляется любовь. Очень ровно горят свечи, очень хорошо. Наши просьбы услышаны, наши слова услышаны. И каждый, кто находится на практике в скором времени, сможет и наладить отношения, и встретить свою любовь. Данную практику вы можете смотреть и не один раз. То есть, если, предположим, в ваших отношениях идет разлад, идет раздор, вы никак не можете наладить отношения, то также включаете, сосредотачиваетесь и смотрите данное видео. На этом мы с вами завершаем. Я каждому из вас желаю, чтобы каждый встретил именно своего человека, свою любовь. Чтобы каждый любил и был любимым. Будьте любимы, и пусть любовь будет всегда присутствовать в вашей жизни. Я вам желаю удачи. До скорых встреч!